разрешите продолжить книгу Азрата Ходжа Абдулла Ансари «Табакот ас-Суфия». Хазрат Боязид Бастами мефармояд ки чил сол шуд ки дар дарёи аъмол ғавоз будам, чун ӯро гузаштам бар миёни худ зунор дидам. Сорок лет, как я погружаюсь в море труда, тружусь на пути, подобно водолаз. И как только я перешел это море, на своем поясе я увидел зунар, вот эту веревку, которую завязывают суфи. То есть 40 лет он трудился, чтобы дойти до души. Некоторые азраты по-разному описывают. Азрат Фардин Атор говорит, я вокруг сердца 50 лет крутился, чтобы мне открыли ворота в душу. Азрат Баязид Бастами говорит, я 40 лет трудился, чтобы вокруг себя увидеть эту веревку. Каждый из них по-разному приходит к этому, но это не бывает сиюминутно. Поэтому это тоже труда требует, и тафих нужен, помощь со стороны Бога. Асхудо пурсит рохбату чунас гуфт, чунас худ фурутарои баман расиди. Он спросил у Бога, как же мне к тебе ближе становиться? Как же мне дорогу к тебе найти? И Аллах Субхану ему сказал, когда ты от себя отойдешь, тогда ты ко мне уже прибыл. Когда ты от своего эго, от своего нафса освободишься, тогда ты прибыл уже. Хазат Халодж, Масури Халодж, Рахматули Анху, ми фармоят, рух ба худо як гом аст. Аз худ дар гузаштан ба вай расиданист. Хазат Мансур Халадж, Рахматули Анху, говорит, что дорога к Богу подобна одному шагу. Аллах Субхану в Коране говорит, я ближе к вам, чем ваша собственная сонная артерия. Очень близок Бог к нам. Но вот этот шаг, его очень трудно пройти. Когда ты, говорит, от себя отойдешь, ты к нему прибудешь. Поэтому расстояние Бог ближе к нам, чем кто-либо. И мы должны найти Бога в себе. И Азад говорит, это один шаг всего. Худованду банда бату кайрасад. Гуфт, он гохе ки уро хейдж моней намонад. Азад Халос сказал, спросил Бога, Господи, твой раб, как сможет к тебе приблизиться, к тебе прийти? Он сказал, Аллах Субхану, что когда у него не останется никаких преград, мешающих ему соединиться со мной, тогда он прибудет ко мне. Чуну хештан аз хештан бипушад дар гурур бимона джовит. Когда человек одни оболочки скрывает, на сердце человека образуется очень много хиджабов. Именно эти хиджабы мешают человеку. Это хиджаб, это сам нафс, его желание, его стремление. Это мирское. Это шайтаны, которые внушат будут мысли, джинны и так далее, будут внушать разные мысли человека. Все эти хиджабы – это народ, это люди, которые тебя окружают, которые все время о куфре говорят и пустые разговоры. Сулайман Дарони, рахматул анху, хар чизе ки туро азу машгул кунад, бар ту шум аз, гарчи, хам бай падару ё модари ту бувад.
Хазар Сулайман Дорони, он говорит, что все, что тебя занимает от Бога, это нехороший шум, это значит нехорошее, плохое для тебя, если даже тебя от Бога занимают твои родители. Все, что занимает человека от вспоминания Бога, является нехорошим, неприемлемым для него, неполезным. Хосон азьякжо шунаванду азьякжо нигаран. Избранные люди из одного места видят и из одного места слышат и об одном говорят. Из одного места видят, слышат, они слышат от Бога и смотрят на одно, смотрят на Бога и говорят о Боге. Чем отличается святой от других людей? Тем, что когда с ним сидишь, он все время говорит тебе о Боге. Он будет говорить тебе о любви и наставлении от него. От него ты всегда получишь хорошее. И даже пребывать рядом с ним, получаешь очень много энергии. Бо-бе-го-наги субат дурус на ояд. Пеш авал шинол шабаду пас субат. Субат гират. С чужими говорит, не следует говорить. Сначала познакомиться надо, потом говорить. Что означает с чужими? Те люди, которые далеки от пути тасавуфа, это чужие этому пути, и о них говорит о тасавуфе не следует. Нужно говорить с теми, кто знаком с этим путем, кто следует на этом пути, кто стремится, у кого глаз сердца открыт. Боязид Рахматул Анху йод иман уро насиб иман ояд. Аз у вагафлат иман насиби у оят азман. Его вспоминание мне суждено, мне будет от него. И мое невежество отдаляет меня от него. Дар замин осмон пушидатар аз ориф нейс. Пушида تر از عارف نیست مریدان حجاب خیشان و حق حجاب عارف و هر کس حجاب دارد نیکو на земле и на небе не скрывает Бог как орифа. И Аллах Субхана Тааля закрывает своих влюбленных, чтобы им никто не мешал. Он скрыт, они скрыты от общества, скрыты от людей. Поэтому закрывает ориф, это закрывается хиджабом Бог своих любимых, как драгоценности, когда люди прячут, чтобы никто их не видел. Поэтому орифы для Бога это драгоценные из их творений. Это самые ценные из его творений. И поэтому он их охраняет, он их скрывает, чтобы никто не причинял им зла. Майл дашатасту маарифат хайрат. Стремление, тягость приносит, а маарифат, то есть маарифат удивление. Маломат, он бывает ки даркори Аллах аз халк нотарс бывает. Ва софи медорат, ва аз халк бог надорат. Авли Аллаха. Когда на пути Бога идут, они не боятся ни от чего, ни от народа, ни от притеснений, которые народ всегда делал им. Они держат, когда человек держит свою душу, это очень хорошая формула. Если человек держит свою душу в чистоте, он не боится никого. Шайтан боится в человеке не его бороду и чалму его, халат его, одежду, бронежилет, нет. Шайтан боится света,
который исходит из груди человека, то есть из души. Если душа чистая, то все творения будут бояться этого человека, подчиняться его воле. Поэтому святым подчинялись и птицы, и животные, и люди, и джинны. И даже Хазрат Сулейман, шайтаны тоже подчинялись. Поэтому в чистоте души благо для нас. Абул-Халими Ан-Боруси Рахматулла анху Асторики Ботин Асторики Зохир от внешняя темнота, то есть внешнее невежество, это признак внутренней темноты. Если вы видите невежественных людей, то это диагноз стопроцентный, что у них внутри темно, мрак. Если внутри светло, этот человек очень проницательный. И этот человек может знать даже то за 1000 километров, что происходит. Если ему скажут что-то, он уже знает, что дальше, примерно, он скажет вам, что будет. Это о чем говорит? О том, что у человека свет внутри. Поэтому внешнее невежество – это признак внутренней темноты. Ахмад Осин Аль-Матухи Рахматули Анху. Имами хар амал илмасту, ва имами хар илм инаят. Предводителем, имам, то есть предводителем, кто стоит перед каждым действием, стоит знание. Например, прежде чем человек что-то делает, он же обладает знанием. Какую-нибудь работу выполняет, он сначала обладает знанием, а потом он делает. Также предводителем любого знания является инаят. Инаят – это со стороны Бога внушение. Ин дуньо фитнаест ва амо. Мо ин фитнаро бисьор дуст ме доре ва ме хохем. Аллах Субхана Таала в Коране говорит: «Иннака амволакум ва авлодакум фитна». «Иннама авлодакум ва авлодакум фитна». Поистине говорит, ваше имущество и ваши родственники – искушение для вас. Хазрат говорит, этот мир – фитна, искушение, которое мешает нам приблизиться к Богу. Но почему-то мы, народ, очень любим эту фитну, то есть этот мир мирской. Парадоксально, поэтому кто больше любит мир мирское, тот к Богу не придет. Надо хубби дунья, то есть любовь к мирскому, от сердца убрать. Не может быть любовь к мирскому и любовь к Богу в одном сердце. Аллах Субхана Тааля говорит, я вам не дал двух сердец, говорит Коран. Сердце одно, и оно должно любить одного. Кто полюбил мирское, тот потеряет путь к Богу. Кто полюбил Бога, тому будет подчиняться мирское. Аль-сабр ман ауал вал-ризо. Сначала терпение, потом довольство. Это формула. То есть терпение в несгодах, терпение в проблемах, терпение потому, что в жизни бывает. И довольство. Довольство, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, кануат ганджас. Довольство – это сокровище, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, чтобы вам было легче объяснить, например, представляете, что в жизни человека, вот человек – это автомобиль. Вот представляете, вот вы автомобиль, вы едете, и у вас дорога разная бывает. У автомобиля бывает асфальтированная дорога, бывает бездорожье, бывают горные дороги, спуски, пустыня, вода и так далее. И поэтому у некоторых современных автомобилях есть всякие помощники. Спуск горы, подъем, и езда на скользкой дороге и так далее, на снежной. И у вас должен быть в этой машине вашей
помощник, который может адаптировать этот автомобиль под любую дорогу и стиль его движения. Поэтому, когда трудность, мы должны включить скорость чего? Сабра. Сабр. Васабиру инна Аллаха асабирин, говорится в Коране, говорит Аллах Субхану Тааля, что терпите, ибо Господь терпеливыми. Пожалуйста, включай сабр, и ты любой невзгод для тебя, любая проблема легким станет. Когда у тебя нехватка чего-то есть, довольствующая, следующую скорость нажимаешь, бездорожье попадаешь, и уже довольство уже идет, и тебе тоже спокойно будет. Наша задача в чем? Мы должны эту машину, эту душу пройти через все эти препятствия, которые в этом мире есть, это мир, место испытаний. Никогда жизнь человека одинаково не бывает. Бывает, как говорится, белая полоса, бывает черная полоса, бывает радость, бывает горе. Всегда они идут. Это закон вечности. Но мы должны свою машину приспособить к любому виду, чтобы мы не, машина не сломалась, чтобы она прошла через все это, чтобы дошла до цели. И для этого наставление у нас есть в Коране и в Сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это два света, и мы должны использовать один из них, взять на правой руке и на левой руке другой, и идти между двумя светами, и мы не заблудимся, иншаллах. Мухаммад бин Мансур, харки дорад чорчиз даруз набуват, зое асту нопок. Ilmi ki uro rostu narm nakunat, rar mekunat. Yode ki munisi tu buvat, to dar tanhoi vahshat nagardat. Varaye ki boz dorandai tu buvat, to bahar noshoista nangari. Yaqini vajd ки маркаби ту буват. Тот человек, у которого нету четырех вещей, тот пустой и нечистый, не может очиститься. Первый, это у него должен быть знание, которое его направит прямо. Второе, он должен иметь стремление к уединению, чтобы возможность иметь очиститься. Третий – отстранение от куфра, который вора. И это тебя не даст смотреть на ненужное, не использовать харам, не кушать харам, не приобретать харам. То есть отстранение от всего, что чуждое. И притяжение, ваджд, заук к достоверному. И это твой главный, на чем ты сядешь, это притяжение к Богу, стремление к Нему. Амиси ани рахматуле ану харки бадили ту расат, кидили ту азу боз кушат, боз кунат, он дуньо и ту буват. Хачизе китуру азу мажгул кунат, он фитна и тубуват. Тот человек, который к тебе приходит и твое сердце занимает от вспоминания Бога, это твой мир, мирское. От мирского все приходит. И все, что тебя занимает от него в этом мире, это твоя фитна, это твое искушение. Он, чи аз олим ба илм розист, мафтун аст, илми сират рост, илми ки туро самаре надихат, фитнаи ту буват. Он, чи ки туро ба кор наафтат, фитнаи ту буват. Тот человек, которого его знания не помогают, это знание является фитном для него. То, что тебе не понадобится, это фитна тебе.
Есть люди, которые очень много процессов обучения, вот нас тоже учили, очень много предметов нас учили, которые в институтах, которые нам не понадобились в жизни вообще. Не понадобились нигде. Это были вот те знания, которые действительно искушение для нас, бессмысленно. Поэтому возврата без специально какие знания должен иметь человек. Есть минимум знаний, есть максимум знаний, которые достаточно человеку, чтобы прожить в этом мире. Лишние знания приобретать смысла нету. Нужно взять, у меня такая формула есть, каждый из нас это путник. И вот когда путник держит путь куда-то, что он делает? Он собирает свой весь мешок, да? Вот когда вот мы в горах ходили, путешествия, походы и так далее, что делает человек? Собирает, что необходимо ему на дорогу. И поэтому мы должны взять, потому что он, когда на дорогу человек собирает, он лишнее не берет, потому что ему придется таскать это все на себе. Поэтому берет самое необходимое, что понадобится. Поэтому из знаний нужно брать те знания, которые необходимые. Например, философия не нужна. Зачем мне философия? Запутается. Психология тоже не нужна. Тоже не нужны вещи. Поэтому очень много ненужных наук, которых не буду я уже перечислять. Вот. Кому надо, тот сам поймет. О каких науках мы говорим? Очень много дьявольских наук. Суфиро зиндагоние киуро маргнис. У суфия такая жизнь, что у него нету смерти. На самом деле суфи бессмертны. Почему? Потому что эти люди при жизни соединились с Богом. Душа души соединилась с душой. Маленькая частица соединилась с большой частицей, с большим светом. Частица соединилась с светом. Капля попала в море. Они при жизни это состояние приобрели с Божьей помощью. И Бог их избрал. Это не их личная заслуга. Они сами говорят, что не наша. Это иной яд со стороны Бога к ним пришел. Салиту стари бадбахти чист. Он бадбах ти онаски касерко илим дианду тафик на дихан. В амал диханду ихлос на дихан. Амал куни бекор куни. Йов кунан бо пешон ва уро Кабули Надихан. Сказали Азрату, что такое несчастье? Кто такой несчастье? Говорит, несчастье тот, которому дают знания, но ему благо не дают в его знании. Ему дают возможность делать что-то, но в этом деле ихласа не дают. И то, что он делает, будет делать бессмысленно. И то, что он делает, ему пользы не приносит то, что он делает. Например, чтобы понятно было, человек идет молиться. Но молится как? Своему нафсу. Молится, его тело работает, физзарядку делает, но при этом присутствия сердца нету молитвы, хузура нету молитвы. Поэтому эта молитва считается ботиль, пустой. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что если в молитве не участвует сердце, то это сердце, это молитва пустое. Также у пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадис есть, говорит, если человек в жизни один раз два рыката намаза утреннего почитает с присутствием сердца,
Его грехи будут падать, как листья деревьев. И он становится таким, как будто его родила мать. Чистым, то есть состояние фардониат появляется такого человека. То есть насколько присутствие сердца важно в молитве. Поэтому, чтобы мы не стали несчастным человеком, чтобы мы делали, люди делают эту молитву, но присутствие сердца не стремятся, чтобы появилось присутствие сердца. Вот чтобы от нашего дела была польза, мы должны это дело делать с присутствием сердца, с искренностью, и тогда будет польза от этой молитвы, а не просто трата времени. Не надо галочку ставить, что я помолился. Молитва – это ведь через молитву мы связь с Богом имеем. Это самое лучшее время для человека из всего времени, которое дано на жизнь человека. Иншаллах, книга Азата продолжается. Будет время, продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.